Впервые в рамках общеобластного субботника на вылетных магистралях убирают и сажают новые деревья. Деревья и кустарники нужны не только в городах, но и за их пределами. На Щелковском шоссе в поселке Новый Городок в рамках общеобластного субботника высадили 18 лип и 25 кизильников. По поручению губернатора в рамках программы «Вылетные магистрали» по приведению их в порядок и в благоустройство, которое будет проходить в 2019-2020 году, здесь на данный момент убрали поросль, убрали мусор, разровняли территорию и высаживаются новые деревни, которые будут как охрана от автомобильной дороги, чтобы пыль не летела на частные дома и многоквартирные дома. Навести порядок вдоль вылетной магистрали вышли не только представители администрации городского округа и общественных организаций, но и жители ближайших населенных пунктов. У одного из них в этот день даже был юбилей. Свой день рождения я отмечал во многих местах, в самолете, в поезде. Предпоследний день рождения отмечал на пожарно-прикладном спорте. В Жеребцах проходили учения. А сегодня, в этот прекрасный денечек, когда мне исполнилось 40 лет, я попал, опять же, на этот субботник и посадил свое дерево. Это очень прекрасно, это очень хорошее, замечательное занятие и хорошее начало дня, потому что деревьев очень мало остается. Выпиливаются сухостойные деревья, выпиливаются краедные деревья. И каждое деревце такое будет давать нам кислород. Всего в течение месячника благоустройства в Московской области будет высажено около 27 тысяч деревьев, а в начале мая состоится традиционная экологическая акция по посадке леса «Лес Победы», в рамках которой высадят более миллиона зеленых насаждений. Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».